Всем здорово! Сегодня мы будем отливать три предмета. Это трезуб, вилы украинские, потом молот Тора с такими рисунками и монета-гривник царская. Вот в таком состоянии пришли восковки, когда мы заказали. Вот, уха нету, вообще залито воском. Тут торчат какие-то непонятные хрени. В общем, наша задача сейчас сделать так, чтобы восковки были в состоянии уже заливки формамассу. Ну, чтобы не было всяких лишних деталей, которые потом пришлось бы стачивать, срезать. Кстати, вот эти вот две восковки, они были самые дорогие. Стоили по 2 бакса, ну чуть больше, 2 с чем-то, каждая. Ну вот уже около минут 5 сижу, ковыряю эту восковку. Чуваки, если вы занимаетесь продажей восковок, то делайте их, блин, качественно, я не знаю. Ну, в принципе, может, я, конечно, горячусь. Почему? Потому что это сложная форма. Там приходилось кучу подрезать, ну, в резине. И, возможно, потому оно все видно. Ну вот, сейчас будем обрабатывать вот эту восковку. У нее вообще состояние, ну, просто жопа. Притом, форма у нее не такая сложная, как здесь, но состояние у нее, блин. Одни матюки, в общем. Я бы за такое постеснялся деньги брать. Тут у них, походу, вообще съехала, блядь, восковка. Почему? Объясни. Потому что... Вот. Начало. Вот, видно хорошо. И здесь начало. Теперь посмотрим сбоку. Вот я подрезал четко, а сбоку еще выпирает, блин, хер знает сколько. Это нормально? Это ненормально, блядь. И это стоит 2,5 бакса. Вот это вот сидеть и вот этой херню и заниматься. Может, ты опять погорячился? Нет. Я не погорячился. За это я отдал деньги. Притом на сайте... Мы вставим вот сейчас картинку сюда, покажем, какое оно на сайте показано. Это похоже то, что на сайте? Не похоже. Вот эта дырка. Ушко, в которую должно продеваться, блин, я не знаю, там, цепочка или еще что-то. Вот видно, куда продеть туда? Это сейчас просверливать надо сидеть. Сидеть с дрелью, блин, и сверлить эту фигню. Короче, чуваки, где-то хорошо делаете, где-то нехорошо. Как-то так. Дальше. Все это зачистить. Остатки. Мы недавно приехали с Турции. Купили рахат лукум. А, оно так не открывается. Кто хочет, угощайтесь. Классная фигня. Блин, что там липкое такое? К зубам липнет. И щипцы заговнило. Сейчас мы покажем в ускоренном темпе, как делается процесс отливки, и уже продолжим все в момент, когда вот эти вот восковые фигни будут в нашем серебре.
Ну вот, что у нас получилось. Вот наш молот Тора. С первого взгляда вроде все нормально, но на самом деле это не так. Почему? Потому что вот здесь вот, вот здесь место, вот здесь и снизу на этом якоре образовались дыры, пузыри воздуха. Скорее всего, это связано с тем, что мы бросили мало буры, и серебро нахваталось кислорода и начало пузыриться потом. Вот наш трезуб. Вроде все нормально, но снова же, когда мы вынимали его из формомассы, у нас отвалился литник, и вот здесь получился такой скол. Его видно. Конечно, неприятно. Ну и гривник, у него тоже где-то пупырки были, образовались. Короче, все три заготовки можно считать забракованными. С этим жить можно, конечно же, мы почистим все это. Но других восковок у нас нету, и будем довольствоваться тем, что есть. Потому сейчас чистим и посмотрим в конце, что у нас получится и как оно будет выглядеть уже в финальном результате. Вот такой результат получился у нас после чистки. Здесь монету добила, очищать не стал. Вот такая вот патина получилась. Еще бы научиться литники хорошо спиливать, так чтобы их видно не было, потому что видно, как оно отражает. Вроде бы серной мазью замазал, но все равно видно. Поэтому пофиг. Вот так она выглядит. Отлилось ничего так. Конечно, видно мелкие пузырьки, но они ничего по сравнению с пузырями, которые повыскакивали вот здесь, вот на молоте Тора. Сзади видно. Вот тут пузырь и вот здесь. И вот, вот такой вот резуб. Тоже очистился хорошо. Сзади удалось очистить его вообще до бела, но вот здесь осталась такая серая патина. Тоже достаточно приемлемо для результата, не считая, что вот здесь вот у нас отломался литник и получился такой дефект. С вами был Тапок на вписке. Не подписывайтесь на наш канал, ставьте дизлайки. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот.